Акция у аэропорта собрала неравнодушных одесситов. Изначально мероприятие планировалось провести в память о погибших украинских бойцах в Донецком аэропорту. Однако после трагических событий в Мариуполе оно стало символом единства Одессы и Мариуполя. Наша цель была изначально поддержать киборгов, но потом начались ожесточенные бои в Донецком аэропорту, потом теракт в Донецке, потом марш наших военнопленных по Донецку, и тогда мы поняли, что мы каждый месяц, в тот день, что мы каждый с ними прошел душою и мыслями. После событий вчерашних в Мариуполе мы поддерживаем не только военных, но мы поддерживаем и город Мариуполь. Ирина – волонтер. На мирную акцию пришла всей семьей, с маленьким сыном и дочкой. С первых дней, как в Одессу стали поступать раненые, помогает в военном госпитале. Говорит, что сообщения в средствах массовой информации часто не соответствуют тому, что рассказывают военные. Я все это вижу каждый день, раненых ребят, и я не могу спокойно относиться к тому, что показывают по телевизору и вообще, что рассказывают пацаны. Держа в руках государственные флаги, плакаты «Я с кибергом» и «Русскоязычных в Украине убивает Путин», люди пришли выразить свою поддержку тем, кто сегодня находится на линии огня, и почтить память погибших. Моему терпению уже нет вообще никакого предела. И наглости Путина, и пророссийским, и его пособникам, и вообще они потеряли вообще уже все человеческое. Если обстреливать мирные города, убивать мирных жителей, при этом русскоязычных там большее количество, чем украиноязычных, это Путин постачальник смерти в Украину, его зброя убивает наших людей. К акции также присоединился оркестр военно-морского флота Украины, который был ранее передислоцирован из Крыма. На мероприятии собирали средства на лекарства для раненых и прибор ночного видения ПНВ, который в зоне АТО ценится наравне с бронежилетами. Павел Репин, Дмитрий Бондаренко, Думская ТВ.